Вы знаете, я Москву очень люблю. И учитывая, что я южный ребенок, приехавший из Ташкента, но с детства бывшая здесь всегда, поскольку у меня здесь и дядя жил, и мама у меня работала, так сказать, у меня композитор, поэтому все ее пути были тоже в Москве, и Дом творчества под Москвой. Поэтому для меня Москва – это огромная часть моего сердца, всегда была. Она была неосознанна, но я всегда знала, где бы я ни находилась, я всегда знала, что я хочу в Москву. Не потому, что здесь огромное количество возможностей, а потому что вот для меня вот, вот это моя часть моей жизни большой, которая я счастлива, что она есть у меня. Поэтому для меня, конечно, вот этот вопрос, я не могу себе представить. Конечно, много, как любого живого организма в Москве, так же, как и у каждого человека, очень много есть, ну, хороших сторон и не очень. И Москва – это проходной двор, как принято было говорить всегда, да? И Москва – кормилица и поилица, и она всех привечает, но она щедрая. Поэтому я бы ничего не стала менять. Улучшать – значит ухудшать. Значит, вот, вот какая она есть, такая она есть. Столбовая прекрасная, знаете, как столбовая дама такая. В ней можно кое-что убрать там, и, может быть, фасончик поменять, платьица. Но она сама по себе такая, что ее нужно лучше принять или не принять. Вот я бы так сказала.